16 к 5313.06.2018. Обновлено 16.55 13 июня 2018 года 17.305 Москва, 13 июня. РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Кротова полномочным представителем президента в Конституционном суде. В соответствии с пунктом к статье 83 Конституции Российской Федерации назначить Кротова Михаила Валентиновича полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской Федерации, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.